Да. Лапа жуткая какая, а он мурчит. Да, ты мой красивый, он поет. Умничка такой. Ты мой хороший, да, ты красивый. Ты умничка, котик. Сравни, черному швы не могли снять, а этому... А этот поет, представляешь, такая рана. Характер у всех. Ну что, оливковый коль тоже на всю лапу? Ой, бедное дитё, господи. Слушай, ну слава богу, отсюда отёк уходит. Лена, уходит отёк, посмотри полностью, а? Да. Слава богу, а, всё-таки блокады помогают. Ну непонятно, почему у него опухшие бёдра. Посмотри, какие опухшие бёдра. У него лапки отёчные и бёдра опухшие, оба бедра опухшие. Вот, даже странно, у него очень опухшие лапы, видишь? Обе лапы опухшие, вот так. Ой, тихо, детка, тихо. И вторая лапа такая же опухшая. Ладно, антибиотик мы делаем. Посмотрим. Тихо, девочка. Мальчик, не сходишь. У нас котик. Сдернет он, у меня товарищ такой хитренький, он может сдернуть. Сейчас так, и еще раз наверх и завяжем. Но теперь он не сдернет. Сейчас все будет хорошо. Тихо, детка, тише, 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 мой хороший. Ну, маленький, ну. Лучше здесь, мальчик. Не, вот так. Будешь? Конечно. Не зернет? Ты мой красивый. Ты мой хороший. Ну, вот и все. Леночка, дай Бог здоровья. Спасибо большое.